Администрация Ненецкого округа планирует увеличить размер компенсационных выплат для пенсионеров. По информации регионального управления труда и социальной защиты населения, нововведения предусматривают индексацию трудовой пенсии до 3100 рублей. Ранее она составляла 2104 рубля. Здесь речь идет о гражданах со стажем работы в Ненецком округе не менее 25 лет для женщин и не менее 30 лет для мужчин. Кроме этого, новый законопроект предусматривает увеличение и других социальных выплат. Например, гражданам, которые проработали в тылу не оккупированных территориях не менее 6 месяцев с 22 июня 41 по 9 мая 45, ежемесячная выплата увеличится до 9100 рублей. А вот гражданам, родившимся в период с 32 года по 45, ежемесячная выплата увеличится до 7100 рублей. Участникам событий 18 марта 80 года на космодроме Плесецк ежемесячная выплата увеличится до 1500. Напомним, последний раз указанные выплаты в Ненецком округе индексировались в 2009 году. Кстати, председатель собрания депутатов Ненецкого округа Анатолий Мяндин заявил, что все социальные льготы, которые существуют в регионе, продолжат существовать и далее. Отменять или уменьшать их никто не собирается. Все те меры социальной поддержки, которые сегодня оказывается, для жителей Ненецкого автономного округа, они также сохранятся на следующий год. То есть никаких уменьшений, никаких отмен мер социальной поддержки на следующий год не планируется. О чем сегодня муссируется и среди населения, и в интернете.